Дорогие друзья, с вами я, Саша Паровозов. И сегодня вы можете заметить на заднем плане, что пусто, но сейчас вы увидите нечто. Боинг 767 с космическим шаттлом. Это супер Боинг. Начнем обзор. Сегодня мы начнем с космического шаттла и просмотрим потом Боинг. Я вот уже внизу, вот на космическом шаттле, вон, видите, вон телюк, я вот оттуда спустился. Блин, я на Боинге! Собственно, ребят, идем вот в эту комнатку. Блять. Вот здесь вот кухня какая-то, вот здесь вверх вот лестницы. А вот здесь опять куда-то люки на Боинг снова. Вот, я, видите, в кабине, вот. Ну, сейчас пойдем в Боинг. Ну что, пацаны, мы внутри, вот здесь. Туалет, вторая дверь, тоже туалет. Вот, собственно, сам Боинг. Сейчас. Ой, извините, я сейчас в режиме спекулятора. Летим до конца Боинг. Летим вот сюда, вот здесь, походу, это класс. Вот здесь бизнес-класс, или как там он называется. Здесь задний. Здесь вот в каждом номере почему-то ступенька одна. Вот здесь у нас грузовой отсек. Вот здесь у нас вот лесенка, пацаны. Вот, проходим. Вот здесь, собственно, кабина пилотов. И вот у нас прямо из кабины пилотов можно вот так вот спуститься. И вот здесь каюты. Там тубик. Ну что ж, пацаны, надеюсь, вам понравилось это видео с Боингом 767 и с космическим шаттлом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем удачи и всем пока. И, кстати, хотел напомнить, что если у меня будут долгие видео, то они не будут очень быстро выходить. Но это будет зависеть, как у меня будет время.